Ольга Максимович оформляет ID-карту и биометрический паспорт. Специалисты на месте делают фото, снимают отпечатки. Здесь же ставится электронная подпись. На все про все уходит 15 минут. Цена вопроса – порядка 200 рублей. Женщина заказывает сразу два загранника. Это удобно и практично. Если бы я отдала свой паспорт посольства, я бы осталась без него на большой срок, потому что документы Великобритании на визу оформляются около 3-6 месяцев. А так у меня все будет с собой. Для пользования внутри страны предусмотрена ID-карта. На ней указаны ФИО, дата рождения, гражданство, пол, идентификационный номер. С обратной стороны размещен чип-модуль. Для выезда за границу применяется биометрический паспорт. Такие документы имеют значительно большую степень защиты, чем старого образца. Стоимость биометрических документов ID-карта составляет 1,5 базовых величины, биометрический паспорт – 2 базовые величины. Оформление ID-карты детям до 14 лет бесплатно, паспорта – 1,5 базовые величины. Биометрические документы делаются в 2 раза быстрее, чем паспорт старого образца. Выдаются на 10 лет, детям до 14 – на 5. Максимальный срок изготовления – 15 календарных дней. Ускоренный – 5. Специалиста можно вызвать и на дом в рабочее время. Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от удаленности места. Обладатели биометрических документов могут зарегистрироваться на едином портале электронных услуг, пользоваться всеми серверами, которые там расположены, а также осуществлять административные процедуры. С сентября 2021-го биометрию получили свыше 3500 горожан. Заявки принимают на Лунькова 6. Кстати, документ специалисты предлагают на выбор. Однако те, кто сделают его в пользу современного удостоверения личности, вернуться к прежнему варианту уже не смогут. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.